дорожке номер 5. Вы знаете, а бассейн стоя присутствует при этом заплыве. Абсолютно все трибуны поднялись, и никто не хочет пропустить то, что мы с вами наблюдаем. Итак, на выходе Марк Николаев привозит полкорпуса. Рылов пока идет вторым, Колесников третий. Четвертак прошли примерно так же. Но вот Колесников начинает разгоняться. Рылов уже первый. Марк Николаев потерял скорость. И Колесников. Последние 10 метров. Рука длиннее, касание. И 24.77. Климент Колесников первый. Рылов второй. 24.83. Вопросов никаких. Эта пара выиграла абсолютно всю спинистскую программу. Марк Николаев молодец. Как он утром проплыл 24.83, я не знаю. Но он сегодня даже не третий. А Марк Николаев 25.43, на секунду слабее. Что это было? Вдохновение? Не знаю. Гриш